В ходе рабочей поездки в Волынскую область 29 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ознакомился с деятельностью государственного предприятия «Луцкий ремонтный завод «Мотор». Завод, среди прочего, специализируется на капитальном ремонте авиадвигателей и изготовлении запчастей для авиатехники. «Луцкий ремонтный завод «Мотор» по своей специализации – уникальное предприятие в Украине. Здесь осуществляют капитальный ремонт целого ряда авиадвигателей военной авиации. В рамках импортозамещения здесь наладили производство деталей для авиадвигателей, ранее покупавшихся в РФ. Продукция завода конкурирует на равных с самыми лучшими заводами мира. Это хороший пример, когда оборонно-промышленный комплекс двигает экономическое развитие страны, подчеркнул Денис Шмыгаль. Завод «Мотор» — лидер среди предприятий Украины по ремонту авиационных двигателей 3-го и 4-го поколений, а также предприятие, которое обеспечивает воздушные силы вооруженных сил Украины отремонтированными двигателями для ряда боевых самолетов. Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна возрождать авиастроение, чтобы такие предприятия могли больше работать на внутренний рынок. В прошлом году мы актуализировали стратегию возрождения авиастроения в Украине. В проекте бюджета, который правительство подало на следующий год, на авиастроительную отрасль запланировано 2 миллиарда гривен. Это и проведение исследований, и новые разработки, и модернизация самолетов, отметил Денис Шмыгаль. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!